Снова здравствуйте, дорогие подписчики зрителей моего канала, с вами снова Кромвел, сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Long, мать его, Dark. Да, после большого перерыва я таки вернулся, и теперь мы снова можем 30 килограмм и 31 кило я с собой ношу. Плохо, плохо это все. Надо в контейнер срочно все складировать, передать. Все 6 тоже туда. Передать. Я думаю, здесь мы сложим практически все наши запасы. Подождите, а что это вообще за место? Фермерский дом. И почему я складываю именно сюда все? Что-то я прям совсем не этот. О, господи, громко, подождите, я убавлю. После большого таки перерыва я возвращаюсь в Long Dark. Все очень сильно просят его на канале, он всем очень нравится. Господи, я безумно этому рад. И теперь я наконец-то могу возобновить его прохождение. И Long Dark будет теперь чуть больше, чем было до этого, да, вот. Так, я хочу выйти. Вряд ли мне это унести. Да, подожди, я посмотрю, где мы находимся, я попытаюсь вспомнить, где мы сейчас вообще есть, и будем от этого уже плясать, потому что я прям совсем все позабыл. Прям совсем. Долго я не играл. Что это за домик вообще? И вообще, почему я здесь? А, это фермерский дом. Не чувствую. Терпи, терпи. Атаманом будешь. Тут есть подвал, на секундочку. Это что такое? А это шишки? Это камень. Так, блять, холодно очень. Заходить надо. Все, я понял, что это за дом. Но тут пока что буран. Буран, это значит, что нам пока туда нельзя. Мы будем пока пережидать это все здесь. В холодильнике мы будем складывать пока все, что съестное, чтобы оно не портилось. Все, что я с собой брать не буду. А брать я с собой не буду очень много. Газдадер, кстати, у меня есть. Так, давайте думать, что мы не берем с собой спички. В любом случае берем, однозначно, вместе с деревьями. Пускай будут, да? Сколько они весят? 2 кило. Надо хотя бы 2 штучки с собой носить, потому что уж больно много весит, прям совсем. Так, книги 3 штуки. Я думаю, одну с собой оставлю, а газетку по-любому с собой беру. Да, они много не весят практически, ничего, вообще ничего. Так, антисептик. Это чтобы раны обрабатывать. Очень вряд ли мне понадобится их 2. И повязки, я думаю... Ну, они мало весят, 2 пускай с собой. И что это такое? Таблетки для очистки воды. Пускай, ну, они вообще ничего не весят. Так, одежда вся на мне. Все полезно, все хорошо. Так, тут у нас кофе, блядь, просто завались им. Можно завалиться. Передаем все. Передаем. Подождите, а куда это я сейчас складировал? А где все остальное? Тут контейнер, и тут как бы... А где... Странно. Как-то странно реально работает. Я понял, сортируется, значит, и контейнер тоже, когда я переключаюсь. Я просто немножко не догнал, все нормально. Так, я думаю, все это мы не съедим в любом случае. Я возьму с собой, так, наверное, 2 порции того и сего, а все остальное будет лежать здесь, потому что я не вижу смысла с собой таскать все подряд. И уже 25 килограмм, это все еще многовато, я бы сказал. Но, тем не менее, уже намного лучше. Канистра с горючим, блядь, я заправил же, да? Лапу аварийную свою. 82% на ней. Вроде да, так что здесь оставляем. Уж больно она тяжелая. Если что, я лучше вернусь и заправлюсь. Или найду горючее. Это что такое? Шиповник. 16 штук, блядь. Нахер мне шиповник? Его, наверное, можно заваривать как-нибудь. Давайте мы его весь скинем, пожалуй. Передать все. Он, наверное, весит до хрена, потому что его много. Факелы я оставлю с собой один. Или нет, лучше 2, конечно. Ну ладно, хер с ним. Думаю, все будет в порядке. Так, фонарик, ля-ля-ля, это мы оставляем, это оставляем. Это что такое, гриб? Ну, пускай лежит, нахер он пока мне не нужен. Пока я мало чего понимаю в этой игре. Вот, кстати, килограмм почти вечит качественный инструмент. Я думаю, он останется с нами. Так, набор для чистки ружья. Угу. Набор для чистки ружья без самого ружья. Думаю, возьму с собой. Это что, металлолом? Типа, я вот не думаю, вот носить с собой эту вещь или не носить. Я думаю, буду не... Оставлю здесь все. Если что, я приду сюда и все здесь, собственно, и заберу. Если мне понадобится. Это что такое? Простая стрела. Но стрелять мне пока нечем, поэтому это тоже все уходит сюда. И... Наверное, нет, не все. Давайте посмотрим. Топор пригодится очень сильно. Топливо для фонаря. Вот, у меня есть топливо для фонаря отдельно. Вообще, зачем мне еще что-то нужно? Так, одно с собой я возьму. 0,47 миллилитров, что ли. Так. Удочка. Вот удочка, наверное, рыбку можно ловить. Сломанные стрелы тоже к черту пока что. Их вообще, наверное, сломать можно было по-хорошему. Итого, 10 кило у меня еще в запасе. Вот, и пока можно... Спальный мешок я чуть не оставил здесь. Вот. Хорошо, что я вернулся. Давайте спать, что ли. Что у меня по моим показателям? Все на средних держится пока что. Ну, давай. Сколько сейчас времени-то, блядь? Как посмотреть? Солнце в зените. Ну, давай часа
2 поспим, может быть. Может быть, за это время и уже и потеплее станет, правильно? Будем надеяться, во всяком случае. Долгий отдых какой-то. Так, доброе день, утро, ночь, сутки прочь. Сколько там? Время-то сколько? Солнце еще уже в сторону садиться хочет, короче, солнышко. Давайте сразу тогда мы этот зайдем. В хавочка. Где у нас хавочка? Хавочка у нас, вот она. Давайте выпьем вот эту плохую банку. Пьем, 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 пьем. О, и нормально, одна банка нормально меня заправила. Кстати, все еще... Я слышу буран, давайте тогда еще 2 часа поспим. Я не знаю, сколько мы будем сегодня спать. Ночью я бы не хотел идти, потому что ночью... Ну, вы сами понимаете, ночь это плохо. Потому что ночью еще холоднее. Ну, наверное, как при буране. Или нет, черт его знает. Но тоже, типа, неприятное. Все еще слышу буран. Ну что за черт подери, он целый день сегодня идти будет, что ли? Солнце уже садится. И у меня еще карты нет. Давай еще 2 часа, что ли, поспим. Я просто не знаю, чем заняться. Будем согреваться тогда, нечего делать, будем спать до упаду просто, пока можем. Доброе утро. Все еще на улице плохо, а я все еще, наверное, жрать хочу, да, теперь? Да, в принципе, я думаю, до утра можно поспать. Сколько там сейчас? Ускорить течение времени при помощи сна. Можно подождать, но ждать... Ждать, кстати, затратнее, чем спать. Лучше уж поспать. Так, часов 5, это будет, получается, глубокая ночь. Но, в принципе, я и ночью готов отправиться. Вы только не уст... Ну, давай тогда ждать. Ну, много калорий будет уходить. Тупо подождать. Я под одежду подлатал. Ну, одежда уже подлотана. Вся, все, что нужно здесь. Блять, у меня воды мало. Как остановить-то? Течение времени! Нет! Я слишком много, я не посмотрел. Блять, надо... Я ничего не вижу. Ну-ка. Все. Подожди, у меня есть с собой одна... Так, сейчас срочно пить, блядь. Пить, потому что все очень плохо у меня с водой и с едой. Так, в эту воду пока не трогаем. Давай съедим одну банку, наверное, есть. Открываем. Нас там нож, по-моему, открывашки у меня нет. Ну и ножом нормально. 500 калорий, вообще хорошо, давай. Оп, водичку чуть-чуть дало, ну, типа, все нормально. Буран уже спал, так что мы сейчас отправимся. Сейчас я немножко свои запасы потрогаю, потому что мне тут нужно некоторые вещи забрать. Возьмем 2 воды, я все выпил. Это очень затратно, скажем так, все это время вот так вот лежать здесь. Это все уходит, мои драгоценные еда и вода. Так, что у меня там по моим показателям жизненным? Я сказал жизненным. Так, еще водичку надо попить. Давайте попьем еще одну газировочку, пожалуй, последнюю на сегодня. И попробуем отправиться в путь. Пофиг на холод. Я подлатал одежду, не знаю, как... Сильно ли это или нет, мне поможет, но будем надеяться, что есть толк в том, что я все-таки немножко отдохнул здесь и подлатал одежду. Подлатал одежду, по-моему, я даже раньше. Дорога где-то с той стороны, я сколько я помню. Сейчас бы вот не забыть, где есть еще. Вроде там, да, дорога? Я вижу машину в снегу. Я ее трогал? Как вы думаете? Я думаю, что лучше не обращать сейчас внимания на это и идти просто продолжать свой путь вперед. Да, дорога ждет нас нелегкая, я так чувствую. Это что там впереди? Там какой-то зверь маленький. Я надеюсь, это маленький зверь, потому что, может быть, это волк. А если это волк... Я бы хотел, знаете что? Я потом как-нибудь в привале поставлю на хоткее себе что-нибудь. А, у меня уже есть, смотрите. Я нажал на единичку, так, все. Если что, это будет у меня... Моем спасении. Это не дорога. Это ни хрена не дорога, я пошел не в ту сторону, судя по всему. Блин, плохо. Вот ночью попробуй выйти куда-то. Жопа полная. Вот я вижу там мост, что ли? Что это за постройки там? Где я, животные, если что, умеют меня преследовать. Так что просто уйти от них я в любом случае не смогу. Да. Так, бегать мне сказали нельзя. Почему? Потому что это очень сильно садит мое бедное здоровье. Не здоровье, а... Усталость, то есть очень быстро начинаю уставать. Персонаж уже вздыхает, ему уже не нравится то, что происходит. С той стороны лес густой. Где дорога? Я предполагаю, что с той стороны все-таки. Ничего не вижу. Вижу как будто бы постройку впереди. Или это камень? Меня очень часто игра обманывает на этом, знаете. Чувствуется как будто бы домик, а на самом деле это какой-нибудь... знаете, обычная... Обычный камень, просто валун стоит и все. Тебе кажется совсем другое.
Да, потерял я ориентацию совершенно, ну, естественно. Целую неделю не играть в Long Dark, зайти просто и вообще, как будто бы, не знаю, как это назвать-то по-человечески. Как будто бы в первый раз. Меня здесь защищает от ветра. Видимо, я за холмом. Да, я вижу дорогу. Так, а в какую сторону я двигался? Вот теперь вопрос. Если ферма здесь, то, скорее всего, вон в ту сторону мне надо будет. Это ведь дорога, верно? Скажи мне, что это дорога. Это должен быть мост. Игра, даже не думай обманывать меня. Вот здесь, кстати, не так сильно холодом бьет. Когда меня защищает от ветра, мне прям намного легче бороться с холодом. Намного легче. Так. Ну что, братья мои, будем двигаться вперед? Я думаю. Какое сегодня звездное небо. А интересно, можно найти тут какую-нибудь медведицу? Наверняка можно. Я больше чем уверен. Ковш там какой-нибудь. Ну, все такое мультяшное, но, тем не менее, я думаю, все нормально, пальцы онемели. Но, блядь, терпи, терпи! Что же нам остается? По-моему, я нашел ковш. Вон там. Это не ковш, куда я сейчас смотрю? Нет, вроде не сильно похож. А, вообще, надо найти самую яркую звезду, и где-то там должен быть ковш. Вот я так помню, что это как-то работает. Палки мы не ломаем, затратно. Так, все, очень холодно. Я очень много времени потерял для того, чтобы сориентироваться, и это мне очень-очень-очень плохо воздалось. Сейчас будем пытаться как-то очень... Бежать не хочется, конечно, но... Блин, как бы не пришлось бежать. С дороги сруливать я еще больше не хочу, потому что если я срулю с дороги, то все, всему конец. Сейчас будем костер разжигать, я чувствую. Риск переохлаждения. Ладно. Волки, надеюсь, боятся огня, потому что... Не согреюсь. Ну все, все, все. Начинаешь ты ныть, как обычно. Давай костерчик разожгем тебе. Так. Топливо у меня же должно быть. Масло для ламп. У меня с собой масло. А, ну я им масло не буду пользоваться. Это слишком-слишком. Мне пригодится еще масло. Если бы я знал, что масло можно разжигать, я бы, наверное, одну с собой лишнюю забрал. Этот масляную вот эту вот емкость с маслом, чтобы разжечь было намного проще. А так у меня шанс. Давай! Ой! Я думаю, у нас получится. Надо, самое главное, это что? Правильно, верить, и тогда все получится. Давай, сукин сын. Мы почти это сделали. Давай с одного раза, я тебя прошу. У нас в тот раз 2, 3, 4 раза подряд не получилось, насколько, или 5 раз подряд не получилось. Это было просто ужасно. Давай не будем, пожалуйста, я тебя прошу. Спасибо, спасибо, блядь. Слава тебе, господи. Вот я точно то же самое хотел бы и сказать. Так, из топлива у нас есть только бревна. Можно воды натопить. Книга, уголь есть еще. Вот книжку можно кинуть, наверное. Но лучше все-таки вот это. Давай добавим топливо. Пускай греет меня. Сразу, наверное, сильно разогреет. Да, хорошо. 1 час можно стоять тупо. Давайте у костра посидим и подумаем о чем-нибудь. Поговорим какие-нибудь истории. Смотрите, какие следы классные. Прикольно. Оставляю следы за собой, видите? Чуть-чуть так. Оп-оп. Приятно. Ночью перед костром. Сейчас согреемся и пойдем дальше. Классно. Дайте чуть поближе даже подойдем. Здесь у меня и защита от ветра сразу же. Я, видите, как удачный костер поставил, что ветром меня здесь не обдувает. И костер еще согревает, ко всему прочему. 12 градусов дает костер мне. Это очень сильно меня... Ну, не очень сильно, но очень неплохо. Так, уголь можно кинуть. Уголь, по-моему, очень сильно... Давайте кинем его. Пускай будет. Минут до добавления угля 16. А почему, интересно? Странно, я вот никогда не понимал, зачем они добавляют. Ну, типа, в чем смысл? Так, а я могу ожидание отсюда включить? Аптечка, напитки, источник света, съеда, ружье, бросить приманку. Вообще, прикиньте, можно охотиться, блядь. Я пытаюсь выжить, а тут можно еще и самому охотиться. Это вообще жесть, наверное. Я бы поохотился, конечно. 12 минут. Долго эти минуты идут? Можно я угля подкину? Добавим. 12 минут. Ну ладно. Ох, хорошо, наверное. После того, как очень сильно замерз, отогреваться, наверное, вообще кайф. Надо еще, кстати, не забывать осматриваться по сторонам, потому что волки, суки, не дремлют. Не знаю, думаю, вряд ли волк боится огня. Хотя должен. Вот надо, вот знаете, вот волк подбегает, надо сразу бревно брать и вот так вот им махать перед ним. А если так, типа, о, блядь, сейчас я тебе этим бревном... И он должен бояться. Ну, по крайней мере, в фильмах так. А в жизни, интересно, так? Я думаю, что... Может быть и не так. А может быть и так. 50 на 50. Медведь. Вот, блядь, про медведей вообще не думаю.
Прикинь, медведь придет. Я думаю, огонь его точно не напугает. Он меня как на меня набросится, так я же вообще обосрусь. Меня вообще ничто не спасет уже от этого медведя. Час 33. Вот я сейчас думаю, может не бросать уголь. Сейчас согреться один час и пойти. Потому что я сейчас брошу уголь, там еще на часа два он вперед так оп, накопится. И я буду тупо как дурачок стоять здесь. Я думаю, это явно лишнее. Я все-таки приберегу уголь для каких-нибудь более таких, знаете, ужасных, для черных дней. Когда будет совсем все плохо. Вот. Ну ладно, согреваемся. Я понял, как можно, кстати, ждать время. Когда ты топишь снег, это очень много времени занимает. И я вот растопил снег, правда, его никаким образом не обработал. Сейчас вот у меня есть кипятить воду. У меня сколько? 2,5 литра некипяченой воды. И 24 минуты. Варить я успею? 21 минута, 20. А, давай быстрее. Костер-то уже почти потух, блядь. У-ху! Есть вода. 2,5 литра, и того у меня 4 литра, почти 5. И костер уже почти потух, и я полностью фуловый. Я знаю теперь, как можно время немножечко прожидать. Есть такой чит небольшой, скажем так, легальный. Можно с помощью... Ой, пить-то хочется, кстати, сильно. Как раз надо было попить. Ну ладно, потерпим. Или не потерпим. Наверное, все-таки не потерпим. Давайте выпьем чуть-чуть водички пить. Давай, пей-пей-пей, мой хороший. Все у нас будет с тобой хорошо. Отлично. Вот. Так, теперь я даже буду быстрее все теперь делать, потому что это, кстати, классно, что с помощью воды можно таким образом скипать время. Это очень сильно помогает. Вот. Ладно. Продолжаем наш путь. Что у нас, кстати, сильно наморозит? Сморозит сильно, да, как обычно. Притом, вроде, ветром не дует. Или дует, черт его знает. Но защита от ветра мне бы не помешала. Вообще, одежду бы поменять всю. На лучше. Я посмотрел немножко в крафтинг, зашел только что, вот пока вас не было за кадром. То есть я все это смотрел, пока согревался. Но это же неинтересно в любом случае. Вот, и обнаружил, что там можно найти очень подробную статистику того, сколько километров я прошел, сколько я там дрался, что я делал вообще. То есть довольно все детально и прикольно, мне понравилось. Потом можно будет как-нибудь заценить всю эту статистику, и посмотрел крафтинги, там можно делать самодельные ножи, топоры, стрелы, то есть, ну, прикольно, или стрел нельзя, но наконечники точно можно. Я так посмотрел, мне это очень заинтересовало, если что, я буду знать, что я сам могу что-то сделать, мне это пригодится, вот. Ну все, теперь я, получается, топовый выживальщик в этом мире. С одним, правда, факелом. Факел все-таки второй стоил, мне кажется, взять. Сейчас какой-нибудь волк, и все. И у меня только один факел. Живи как хочешь, Кромвелл. О, сова, слышите? Черт вас, а я даже думаю, чуть погромче звуки сделаю, чтобы мне было атмосфернее. Если что, вы тоже у себя прибавляете. Я вроде со звуками все не намудрил, у меня все хорошо. Так, я... Не понимаю, это камни или же там что-то есть. Но будем надеяться, что тут какой-то поворот, и тут вот каньон такой небольшой, видите, образовался. Может быть, тут что-то есть. Что это такое? А, водичка. Вниз мы спускаться не будем. Я уже горьким опытом научен в этой игре, что лучше по льду не ходить. Да. Кто... Ставьте лайк, блядь, если вы видели, как... Если вы понимаете, блядь, о чем я говорю, те, кто смотрели мои те серии. Длинный поворот. Понимают, наверное, ребята, которые о чем я говорю. Ну, вы поняли, да. Так, машина, внимание. Здравствуйте. Сейчас будем проверять ее. Я думаю, в ней может быть что-то есть. Давайте мы оторвем ей багажник и посмотрим, что там есть. Я сказал, посмотрим. Тихо-тихо-тихо. Персонаж уже такой, подмерзший. О-о-о! Потрепанный, возьмем. Ни хрена себе, поношенные рукавицы. Ого, возьму. Так, давайте быстро сядем в машину, потому что в машине чуть теплее, чем снаружи. А это мое все. Здесь еще защита от ветра. Хорошо. Так, что мне? Кушать хочу? Да, чуть-чуть хочется кушать. Так, пусто. Пусто. Так, тут у нас есть что-нибудь. Ебануться, блять, оружие! Вот это я сейчас пропустил бы, я бы, наверное, себя не простил. Старое ружье 303 калибра подойдет для охоты на оленя или волка. Ебануться, блядь. Ружье! Я как раз оставил для чистки все. Оно так должно выглядеть, такое ощущение, как будто у него ствол обломанный, не? Ёб твою мать. А что за ружье, интересно? Возьми это с собой. Возьми и трогай. Возьми. Да все нормально, что ты, блядь, у нас... Ты должен, наоборот, радоваться. Давай сзади посмотрим, может, что-то есть. Ебать, оружие, блядь, нихуя себе. Да это мне повезло.
И оно у меня есть теперь? Я могу его взять? О, детка, блядь, только стрелять нечем. В инвентаре нет оружия. Целиться, стрелять. А как узнать, есть ли патрон? Перезарядить, убрать. Ну, блядь, я теперь могу стволом пугать. Типа, ух, сейчас ударю, блядь, как этим столом. Не знаю, просто, что я еще могу пока с этим столом сделать. Но он пока сильно, не очень сильно поможет, я так думаю. Надо привал уже делать потихоньку. Сейчас у меня будет опять переохлаждение. Утром все-таки как-то оно поприятнее ходить. Утром не так холодно. И похоже, тупик. Вот это, кстати, страшно. Потому что если тупик, я особо не знаю, куда идти дальше. Всего я 5% от всего мира знаю. Представляете, сколько здесь всего еще на самом деле есть. Я не знаю, просто... Мороз, я тебя понял. Да-да-да. Вот здесь защита от огня. Ну давай, разжигать костер. Хер ли делать? Подождай. О, нашел, где можно ждать. Снежное укрытие. Эх, поехали. Книгу. Как топливо, книгу можно? Ну, книга долго... А, у меня нету дерева, блин. Я же совсем забыл. Ах, 40%. Ну давай. Шанс 80% там, по-моему, сверху. Ни хрена себе, как много. Сейчас будем возвращаться обратно. Ну, у нас есть ружье, мать твою. Это вообще даже ни разу не смешно. Я очень горд этим. Давай. Минус газета. Блин, а я почти согрелся. Черт подери, а. Что же делать-то, а? Что же делать-то? Надо, наверное, лучше всего делать костры там, где защита от ветра. Мне кажется, это добавляет нам шансов больше. Или нет? Я в помещении, по-моему. Да все в порядке, перестань. Не ной, пожалуйста, я тебя прошу. Мне самому не очень нравится. Вот я думаю, вот здесь костер лучше не разжигать. Это самоубийство самое настоящее. Потому что если ты на воде, блядь, будешь разжигать костер на льду, ты прям в него и провалишься. Как дурачок. Вот сейчас бы, на самом деле, я бревен бы насобирал. У меня есть еще чем разжигать? Давайте из чего все, из того, что есть, пожалуйста, сделай костер. Я тебя прошу. Тихо, вот здесь вот. Давай. Книга. Давай, книга, я в тебя верю. Мы все в тебя верим. В книге много листков, она не должна быстро уходить. Верно? Скажи, что верно, пожалуйста. Давай. Ты сможешь. Давай, я в тебя верю, мы все в тебя верим. Хотя бы, да не хотя бы, а давай полностью. Следы, кстати, со временем меняются и исчезают. То есть классно, даже это продумано, это реально классно. Выглядит по себе. Само по себе. Давай, ну все, разожгли. Тут просто не может быть фейлов, да? Спасибо тебе большое. Две минуты. Сколько? Сработало. Уголь будем бросать. Я сделал факел, блядь! Нет! Я не хотел этого делать. Костер будет еще... А! Я еще в него наступил! Нихера себе! Стой, 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 у костра. Блядь, я в него... Он так дурацки сделан. Как же я так? Уголь. Добавь топливо. Минута до 23. Да он сам по себе одну минуту будет действовать. Ты что, шутишь, что ли, блядь? Чё делать-то? Блядь, нечего делать. Будем отогреваться, как можем. Блядь, я руку еще обжег. Ожег костер. Как же я так? Вы получили сильный ожог, наверное, состояние... ухудшается до тех пор, пока вы не излечите. Блять, ожог надо лечить, сука. Как же ты так? Как ты рукой-то туда, блять? Нахуй ты в костер рукой-то лезешь, дурачина? Давай кушать, блядь. Холодно. Ему больно, он говорит. А-а-а! На ровном месте. Ну как же так, а, блять, горе луковое. Давай, кушай быстрее. Так. У меня есть обезболивающий, наверное, да? Так, надо бы забинтовать себе, применить. А я могу? Сначала надо антисептиком обработать. Добавить круговое меню. Давай антисептиком. Да, вот, правая кисть, отлично. Вот туда ее. И забинтовать. Я лечить не умею. Я вот как думаю, так и лечу его. Наложить повязку. Сейчас возвернемся в фермерский домик. А потом уже оттуда мы, наверное, все-таки пойдем. Все. Блять, как больно. Все вроде остановилось. Должно было остановиться, во всяком случае. Ладно, с факелом пойдем, как дебила. Ну а что поделаешь тут? Холодно, конечно. Факел меня не греет, ни хрена. Будем с переохлаждением идти. С чем у меня по ХП? Да по ХП 90 нормально пойдет. Только посмотрел, знаете, в книжку там было написано, типа, ни одной травмы пока еще нет. Я такой, типа, гордый, вот он я, настоящий выживальщик. Да, вообще ни от чего там нет. Еще даже не ударился там, не ушибся, все в порядке у меня. И тут, блядь, упал в костер рукой. Ну что за... Теперь терпи, будем до обратного пути без костра, потому что я... Плохо распределил ресурсы.
Я, к сожалению, очень мало в этом понимаю, поэтому очень глупо сделал, очень глупо сделал. Теперь будем расплачиваться за это своим ХП. Можно даже, наверное, отдохнуть до утра тогда, раз уж мы вернемся, и уже с утра двинуть куда-то. Куда-то не в сторону дороги, уже хрен знает, куда будем идти. Будем идти, наверное, знаете как, даже не знаю, как сказать это. Будем идти, куда глаза глядят, потому что иначе я не знаю, куда. Совсем. Да, плохо дело. Ну, благо, фермерский домик недалеко, и я, в принципе, думаю, что мы дотянем до него. В принципе, должны. Что это за звуки? Мне показалось, как будто кто-то гавкнул. Я надеюсь, это не волк. Потому что, если что, я готов встретиться с ним. Мой факел почти потух. Он тлеет пока что. Нормально. Гори, гори. Ты на воздухе должен хорошо гореть. Так, я пока не вижу фермерский домик. И вроде он пока еще не близко к нам. Ладно. В любом случае, у нас пока есть чем заняться. Я думаю, если мы полежим, поспим, то ожог, он начнет затягиваться потихонечку. Подождите, там что-то идет. Там что-то бежит. Это, а, что-то маленькое, наверное, да? Маленькая какая-то зверушка бежит. Кролик. Сейчас зажечь могу. Ну, мы этот... Так, сейчас бы застрелить его. Слушайте, знаете, на что похож? На Ленфилд. Ноль пуль у меня вон сверху, я вижу. Нет приманки, вообще ничего нет. Нет другого оружия. То есть вот эту штуку я оставлю пока. Файер. Файер меня выручит, я думаю. Надо сейчас срочно двигаться. Вот эти деревья уже знакомое что-то. О, и персонаж как раз устал. Отлично. Где-то там ферм... По-моему, я его вижу. Да, я вижу дома. Все нормально. Че по ХП? Скажи мне. А, лучше сейчас не проверять. 82. Так, я хочу проверить усталость. Усталость у меня еще пока на половинке. Можно, в принципе, пробежаться чуть-чуть. Давайте пробежимся. Там вон еще один кролик бежит. Давайте чуть-чуть. Мы все равно в любом случае будем спать, так что можно немножко устать. Ничего страшного. Так, отдыхаем. Вот по этой протаптанной дороге мы, думаю, пойдем туда, в сторону неизвестности. Утром. Не ночью, естественно, утром. Еще, наверное, ХП мне немножко подзарядится, потому что я посплю ночью. И я надеюсь, моя рука полегче ей будет, потому что... Ну, я ее обработал. Это должно помочь. Сейчас проверим в доме, все ли в порядке у меня. Так, фермерский домик это который? Это, наверное, вот этот и есть как раз. Там неважно, откуда заходить. Усадьба Отрадной долины. Это большая отрада для меня сейчас, это место. Так, с машины, которую я не проверил, кстати. Может, в ней тоже ружье какое-нибудь. Вот это будет классно. Так, заходим. Все. Наконец-то. Господи Иисусе, дошли. Так, ну что, давайте, дорогие подписчики, наверное, в следующей серии с вами уже увидимся. А на этой мы с вами пока что закончим. А еще и нихера не видно, ко всему прочему. Так, фаер мы не зажигаем. Есть что-нибудь другое? Оружие? Нет приманки. Ладно, давайте увидимся в следующей серии. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.